Полоскун борозчатый, вид жуков-плавунцов. Распространен в Европе, включая европейскую часть России, северо-западной Африке, полуостровной Малой Азии, Сибири, Приморском крае, Сахалинской области и на острове Хонсю, Япония. Длина тела имага 15-18 мм. Имага данного вида от представителей других видов своего рода отличаются следующими признаками. Задние голени, лапки и основание бедер черно-бурые или черные. Задние бедра с черным пятном у основания. Весь первый стернит брюшка и вся нижняя сторона тела черные. Надкрылья у самцов в густых черных крапинках, гладкие. У самки изборожденные продольными густо-волосатыми желобками. У самок на концах желтой серединной линии окаймленного шейного щита находится тоже несколько пучков волос. Передняя грудь у обоих полов несет на желтоватом фоне черную фигуру, имеющую форму прямоугольника или трапеции, замкнутую или с разрывами около углов. Последнее брюшное кольцо без выемки. Самцы также отличаются от самок наличием круглых, похожих на тарелки, расширенных на передних ногах, играющую роль присосок. Представители данного вида населяют различные водоемы, в том числе пруды, заводи, топи, заливные поля. Жуки, как и личинки, хищники, охотятся на водных беспозвоночных, например, на личинок различных двукрылых, нимф-стрекоз, личинок ручейников и веснянок, а также различных ракообразных, водяной ослик, дафнии, и взрослых водных клопов, например, грибляк штриховатый. Личиночные стадии – энергичные хищники, питающиеся в основном дафниями, но также охотятся на тех же беспозвоночных, которыми питаются имага, но кроме имага крупных водных клопов. В сутки личинка способна съедать большое количество дафний, в 5 раз превышающее вес самой личинки. Они охотятся одинаково активно как при свете дня, так и в темное время суток. Это хорошие хищники личинок кровососущих комаров и могут быть использованы как биологические агенты по контролю комаров, переносящих различные заболевания, опасные для человека. Жуки живут в водном пространстве среди подводной растительности.
Если взять жука в руки и слегка сдавить его в пальцах, то его грудь и передняя часть надкрыльев покроются молочно-белой жидкостью. Эта жидкость неприятного едкого вкуса, очень ядовита. Выделяется она из особых желез и отлично защищает плавунчика от поедания водными хищниками, рыбами и лягушками. Цикл развития начинается весной, когда перезимовавшие жуки спариваются. После этого в апреле-мае и иногда до июля самки полоскуна откладывают яйца. В естественных условиях самки полоскуна для откладки яиц пользуются находящимися под водой пнями, мхом, болотными растениями, корнями трав, влажной землей или корой упавших в воду кусков дерева. Необходимость выходить из воды для откладки яиц составляет значительную особенность полоскуна. В аквариуме он, как и плавунец, выбрасывает яйца прямо в воду, где большая часть их погибает. Взрослый жук-полоскун дышит атмосферным воздухом, для чего то и дело поднимается на поверхность, выставляя из воды заднюю часть тела и захватывая атмосферный воздух в камеру под надкрылье. Полоскун селится в озерах, мелиоративных каналах, реках, попадается в небольших углублениях, наполненных водой. Благодаря способности летать, активно перемещается в поисках водоемов, богатых кормом. Жук не имеет предпочтений посреди обитания, встречается в прудах с большим и малым количеством растительности. Хищный полоскун борозчатый питается мелкими беспозвоночными. Жук быстро плавает, поэтому преследует добычу, а не поджидает в засаде. Он охотится на головастиков, мальков, водных клопов, личинок ручейников. Зимует имаго в глубоких водоемах, которые не промерзают. Тело их отлично приспособлено для плавания. Овальное, немного выпуклое сверху и снизу, по краям заостренное, обтекаемое и гладкое, по форме напоминает подводную лодку. Очень длинные задние ноги плавунцов – настоящие весла. Концы ног, лапки, усажены по краю упругими волосками. Это лопасти весел. Голень и бедра – рукоятка, а тазики – заклепки, прочно соединяющие весло с лодкой. Быстро и одновременно взмахивая обеими задними ногами, плавунцы стремительно мчатся в воде.